Инспекторы дорожно-патрульной службы Вячеслав Скриневский и Артем Давыдов патрулируют улицы не первый год. В их обязанности входит контроль за наличием дорожных знаков и разметки, а также за движением транспортного потока. Во время очередного патрулирования лейтенанты полиции обратили внимание на неадекватное поведение водителя. Ну вот на Красноармейской заметили машину, это получается Красноармейская, Московская. Там ехала хаотично, грубо говоря. Ну вот сейчас покажу место, где мы заметили автомобиль. И какие были ваши действия? Ну, остановился автомобиль, мы подошли к водителю. И водитель сказал, что он себя очень сильно неважно чувствует. У него там боли в груди. Тяжело дышать. Инспекторы вызвали скорую помощь, которая приехала на место довольно быстро. Позже врачи диагностировали у водителя сердечный приступ. Это не единичный случай, когда сотрудники ДПС спасают людям жизнь. Также экипаж тоже недавно оказал помощь пассажиру, которому также стало плохо на Кагальницком шоссе. Это буквально там месяц назад где-то тоже доставили в больницу ГБ-1 города Азов, где оказали своевременную помощь врачи. И как бы угрозы жизни пассажиру ничего не угрожало. Тоже вот наряд сработал. Участники дорожного движения привыкли видеть в лице сотрудников ДПС недоброжелателей, которые караулят водителей, чтобы специально выписать им штраф. Этот стереотип уже давно устарел. Благодаря работе патрульной службы в нашем городе устанавливают искусственные неровности там, где это необходимо, камеры дорожного движения, а также светофоры, чтобы свести к минимуму количество дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, и эти меры не всегда помогают. В последнее время участились дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов. Наезды на пешеходов как по вине пешеходов, так и по вине водителей. То бишь пешеходы переходят проезжую часть дороги в неположенном месте, в результате чего на них осуществляются наезды. Также водители невнимательно относятся, подъезжая к пешеходному переходу, не останавливаются, не смотрят, там отвлекаются, в результате чего допускают наезды на пешеходов. Сегодня утром в селе Пешково, недалеко от пешеходного перехода, была сбита пожилая женщина 1946 года рождения. Водитель задержан, выясняются обстоятельства происшествия. Пострадавшая находится в больнице под наблюдением врачей. Уважаемые участники дорожного движения, а также пешеходы и водители, когда переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам, регулируемым, нерегулируемым, будьте бдительны. Это как ваша безопасность как пешеходов, так и водителя. И также, когда пешеходы двигаются по проезжей части, этого делать нельзя. Нужно двигаться только по тротуарам. Будьте вежливы и бдительны друг к другу. Иван Пажица, Владимир Чекунов, Азов.Инфо.